Друзья, всем привет, добрый вечер. И сегодня у нас такое видео совершенно домашнее. Мы с вами говорим на тему страха смерти. Почему страх смерти? Потому что все, что вы делаете, в основном это зиждется, собственно говоря, к выживанию. Как бы мне выжить, как бы мне получить то или это, как бы мне выполнить вот это или вот это. И каждый раз, когда вы выполняете не то, когда вы поддерживаете не себя, когда вы уходите в запреты, когда вы не даете себе поблажек, вы избегаете. И очень многие люди попадают в историю. Я боюсь смерти, и поэтому я делаю вот это, и отказываюсь от вот этого. Но есть истории, когда человек не то что не боится смерти, он находится под эгидой смерти и постоянно играется в какие-то судьбоносные игры. Страх смерти приходит к людям, неуверенным в своей жизни, в своем жизненном сценарии, в своей роли, в том, что человек создает на своем пути. И если человек действительно страдает от этой роли, появляются многие-многие проблемы. Проблемы с близкими, проблемы с деньгами, проблемы с... Зеваю. Просто уже зеваю в конце дня, простите, но это так. Так вот, возвращаю к мысли страх смерти. Откуда он берется? Страх смерти берется из состояния жить. Если вы готовы жить, если вы готовы идти, если вы готовы креативить, если вы готовы, то вы и создаете все условия для того, чтобы ваша жизнь была намного ярче, намного лучше, намного интересней, намного красивее и намного заманчивее для вас же. И если эта жизнь не приносит, ну, никакого результата, то, соответственно, вы впадаете в депрессивненькое состояние. И это депрессивное состояние может навеивать грусть, тоску, одиночество и еще больший страх смерти. Страх смерти приходит к человеку, который в основном еще и не состоялся в своей жизни. Не состоялся, не смог, не заполучил, не допрожил. Вот так. Кстати, пишите вопросы под видео.